Здравствуйте. Вы смотрите дневные новости на телеканале Хабар. В студии работает Салтанат Тугельбаева. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. И срочная новость из России. Во Владимирской области произошло столкновение казахстанского автобуса с поездом. Трагедия случилась на железнодорожном переезде Покровка. В ДТП погибли по меньшей мере 19 человек. Около 15 получили травмы. Среди жертв есть дети. По предварительной информации, автобус выехал на рельсы на запрещающий сигнал светофора. Представитель МИД Казахстана Ануар Жайнаков сообщил, что в автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя. Оба граждане Казахстана. Пострадавшие направлены в Тушинскую районную клиническую больницу. В настоящее время казахстанские дипломаты выясняют гражданство и личности погибших и пострадавших граждан. Мы окажем необходимую в этой ситуации помощь. И к другим новостям. В Петропавловске без тепла. До сих пор остаются 4 детских сада и 8 школ. Спасают детей обогреватели. Между тем, в городе до сих пор идет реконструкция центральной магистрали по улице Алтынсарина. Сейчас на связи со студией наш корреспондент в регионе Ирина Панфилова. Ирина, здравствуй. И тебе слово. Добрый день, Салтанат. В отличие от горожан, которые сидят без тепла, для тепловиков эта осень выдалась жаркой. Ремонтируют центральную теплотрассу по улице Алтынсарина и днем, и ночью. По словам тепловиков, деньги на ремонт были выделены поздно, поэтому работы затянулись. Сегодня на объект переброшены дополнительные силы. Вот что говорят сами рабочие. Тяжеловато, да, холодно, дожди пошли, неудобства вот, для нас создают. Но тем не менее стараемся. Завтра к вечеру, я думаю, те 3 дома запустим на Пионерской. Людям пойдет тепло. Работаем круглые сутки, вот, в 2 смены. И уйдет работа на будущее. 1000 диаметр увеличивается, это хватит на весь город. Будем все с теплом. Но немножко надо потерпеть. Сегодня утром в Петропавловске снова было минус 3. С каждым днем в регионе становится холоднее. При этом местные власти называть ситуацию чрезвычайной не спешат. Пока людей спасают обогреватели. Отмечу, за вчерашний день в городе подключили к теплу больше 100 многоэтажек, 836 домов с теплом, остальные 225 ждут своей очереди. У многих помимо отопления нет и горячей воды. Обострила проблему недавняя авария на теплотрассе. Для того, чтобы запустить теплосистему 9-этажек, тепловые сети повысили давление и старые трубы не выдержали. На пересечении улиц Мира Крепостная обвалился грунт, в яму упали 2 автомобиля. ЧП повлияло на давление в отопительной системе зданий. Из-за порыва без тепла до сих пор остаются 4 детских сада и 8 школ. Залатать трубы тепловикам удалось только этим утром. Вернуть отопление в учебные заведения обещают в ближайшие часы. Напомню, отопительный сезон на севере страны начался 25 сентября. По графику подключить все объекты к теплу должны до середины октября. Однако местные власти обещают полностью обеспечить город теплом до конца этой недели. Мы будем и дальше следить за развитием событий. На этом у меня все. Салтанат. Спасибо, Ирина. На прямой связи с нами была Ирина Панфилова, наш собственный корреспондент Северо-Казахстанской области. И к другим событиям. В редакцию агентства Хабара обратились жители Атбасара, пострадавшие от наводнения. С марта они живут в съемных домах и ждут обещанное жилье. Во время весеннего паводка затопило несколько домов, почти 500 признаны аварийными. Сейчас в Атбасаре идет стройка, для пострадавших возводят новый микрорайон. Первые 270 семей отметят новоселье накануне Нового года. Но строительство подрядчики ведут пока за счет собственных средств. Задержка финансирования в том, что сначала была разработана проектно-сметная документация, получено заключение госэкспертизы, подана бюджетная заявка Министерства финансов и Министерства по инвестициям и развитию. В ноябре деньги будут выделены. Это 1 миллиард 900 миллионов тенге. Подрядчику все возместим.
Мы будем следить за развитием ситуации в Атбасаре. А тем временем в Карагандинской области почти 600 сельских семей получили квартиры в городе Сатпаев. Все они жители поселков Жезказганского региона. Часть самого Жезказгана официально считается зоной обрушения. Под ней находятся несколько шахт. Под снос пойдут еще 5 населенных пунктов региона. Там планируется начать добычу руды. На возведение 40 многоэтажек из республиканского и областного бюджетов выделили 14 миллиардов. Все дома и коттеджи сдадут под ключ к концу года. 15 многоэтажек уже заселили. Также в городе построят новую школу на 600 мест. Это город все-таки, там село, поселок. Ну, нормально, жить можно. Я не против, то, что я не жалею, что переехал сюда. Устраивает все нормально. Квартира хорошая, просторная. Визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в Казахстан совпал с проведением 4-го международного форума выпускников МГИМО, который в этот раз проводится в Астане. Среди участников видные политические и общественные деятели, дипломаты, предприниматели из разных стран, в том числе и министры иностранных дел Казахстана и России. О том, что роль и ответственность специалистов-международников сильно возросла на фоне усиления турбулентности в политике, экономике и общественной жизни планеты, говорится в обращении Султана Назарбаева к участникам форума, которое озвучил спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. О деятельности Московского университета высказался и глава российского МИДа. Для дипломатов особенно важно, что университет не только кузница кадров для внешней политики, мировой лидер по количеству преподаваемых иностранных языков, но и цитадель дружбы народов. Среди его выпускников представители более 50 государств. Руководство МГИМО всемерно поддерживает в университете атмосферу межнационального и межконфессионального согласия. Из-за отсутствия системы обязательного медицинского страхования здравоохранения Италии в кризисе. До 1980-го в стране существовал аналог казахстанской ОСМС. Обязательная медстраховка покрывала все медицинские расходы. Сейчас, чтобы получить медпомощь в Италии, нужно иметь санитарную карту. Но рассчитывать на нее владелец может только на консультацию терапевта или семейного врача, экстренную помощь и госпитализацию. Сегодня в Италии все чаще предлагают вернуться к модели обязательного медицинского страхования. Например, у нас, у сотрудников Национального исследовательского совета, тоже есть медицинская страховка. Разумеется, она будет стоить чуть дешевле, потому что работодатель застраховал почти всех сотрудников. Страховка предусматривает возмещение расходов на медобслуживание, не всегда полное, но около 80% возмещается обязательно, и поэтому это большое преимущество. Врачи из Израиля и Польши провели мастер-класс в Актобе. На базе медцентра Западно-Казахстанской государственной медакадемии они сегодня прооперировали пациента со злокачественной опухолью почки. В будущем израильские медики намерены поделиться с казахстанскими опытом в сфере оказания экстренной помощи больным. Уникальность этой операции состоит в том, что орган будет сохранен при удалении опухоли. А такие операции здесь проводятся впервые. Доктор Декель любезно согласился предоставить нам свой опыт. Областные телеканалы смогут транслировать телевизионную продукцию, произведенную по госзаказу республиканскими каналами. Об этом сегодня во время открытия форума региональных СМИ рассказал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев. Перечень уже сформирован, в нем 146 самых разных сериалов, фильмов и телепередач. В ближайшее время министерством будет заключено четырехстороннее соглашение о сотрудничестве с госканалами и альянсом региональных СМИ. Кроме того, министр Абаев призвал работников масс-медиа постоянно повышать свой профессионализм. На базе Казмедиа Орталы функционирует медиашкола, в рамках которой проводятся семинары по повышению квалификации журналистов, а также лектории для представителей пресс-служб. Всего за годы существования медиашколы уже обучение прошли 2500 представителей СМИ. В этом году мы существенно модернизировали работу школы и призываем журналистов всех регионов активно принимать участие в организуемых мероприятиях. Это все новости к этому часу. Итоговые выпуски новостей смотрите в 19:00 и в 21:00. Больше информации на сайте хабар.кз. Всего доброго!